Всем привет! Вы на канале Семья Фетистовых. Стрижем овечек. Это первый раз стрижется молоденькая Ярочка. Сделали такой стол. Удобно, чтобы не наклоняться. Саш, покажи ножницы. Ножницы удобные. Конечно, было бы намного удобнее специальной машинкой для овечек. Ну, со временем, надеюсь, приобретем. Вообще ноги связываем, но это маленькая овечка, неудобно. Живот и все эти вот эти места стричь. Романовский, хорошо, живот не шерстяный. Ну, вот их длинная шерсть. Ну, вот у этой овечки она мы выкинем, потому что она еще короткая. А белые. Вон там белая стоит. У белых будем шерсть брать. Оставлять. Захват ножниц хороший. Большой. Поэтому стричь быстрее, чем вот раньше вот эти советские были ножницы. Старые. Ими вообще долго. И эти еще ни разу не точили, по-моему. За года два они. Нет, в прошлом году взяли. Ну, второй год стричь. Угу. Прикручиваем мешки. Одна шерсть, которая нормальная, одна, которая выкидывать. Чтобы два мешочка было. Чтобы уже никуда не улетали они. Будет удобно. Бяша, ты следующая. Осталось две. Это еще романовская. Романовская одну мы стригли. Плохо подошла. То есть шерсть от кожи. Еще плохо отходит, тяжело стричь было ее. Поймали овечку, я уже ту сторону. Ту сторону уже постригла. Что значит овечка подошла? Это вот когда вот так делаешь, и шерсть отходит. То есть вот он, стрижется, ножницы входят. Потому что если бы она не подошла, ножницы невозможно было бы туда просунуть. Вот на ногах очень сложно. Вообще почему-то кормящие мамы подходят позже, чем обычные овечки. Тех легче стричь. Ну, уже если решили в раз стричь, то стрижем уже. Пострижем всех, пусть даже кого-то будет сложнее, но уже дело будет сделано. Вот романовских овечек стричь легче в том плане, что у них ноги полностью не отрастают, короткая шерсть. И живот у них короткая шерсть. А здесь большая часть времени получается вот этот бок стричь быстро. А мучаешься вот с ногами, где шея, чтобы не поранить животное. Хотим найти вот такие ножницы, но короткие, покороче, чтобы вот эти все места удобнее было бы с короткими ножницами. Вот эти мы брали в обычном ветеринарном магазине, брала мама Сашина, 300 с лишним рублей. Это недорого, я считаю, за них. Очень удобные ножницы. Острые, не точили еще ни разу, уже второй год они. Еще пишите комментарии. Мы вообще недавно с овечками начали заниматься. Взяли ручной, взяли самодельный электрический станок прясть шерсть. Я еще не пробовала, надеюсь, в этом году зимой уже время буду пробовать прясть сама. Насчет шерсти мы сначала под Романовским взяли. Дошло дело до стрижки, я понимаю, что у этих шерсть длинная, и она прясться, скорее всего, будет лучше. А у романовских она короткая, но она мягкая. Вот кто с этим
занимается с шерстью, может быть, напишите какие-то советы, что лучше, для чего, для каких целей вообще идет именно шерсть романовских овечек? И легко ли ее прясть? Или она только для валяния? Мы оставим, конечно, и ту, которая получше. Мы будем смотреть, пробовать. Ой, я play не нажал. Серьезно? Нет. Чикуй что-нибудь. Еще момент, когда переворачиваете, то есть вот мы ее привязали, переворачивать надо не через спину, а через живот, потому что у них может произойти там завороток кишок, и овечку можно потерять. Мы ее прям вот распяли за ноги и за рога привязали. Она, потому что сильно дрыгается. Кто-то еще может нормально лежать, а это что-то как-то дрыгалось. На столе удобно, вот мы. Все уже я в мешке, это плохая шерсть, это шерсть, которая получше. Уже эту мы сожжем, уберем, а эту оставим, будем уже. Уже никуда не... А, и про... Мы первый раз стригли сначала вообще на полу. Подстилали поликарбонат, по-моему, да? Во-первых, неудобно. А, и оставили шерсть, которая не нужна, просто оставили в пригоне. У нас и телята, и овечки вместе, и теленок начал засасывать шерсть. Не надо оставлять, нужно убирать, потому что можно и теленка так потерять. Зажевывать. А? Зажевывать. Зажевывать. А я как сказала? Засасывать. Да? Все. Снимаешь? Снимаешь. Вот романовскую овечку поймали, ножки у них, не надо даже стричь, у тех замучаешься обстригать. Гладенькие ножки, на пузике совсем маленькая шерсть, я, наверное, даже трогать не буду. Ну, может, чуть-чуть пройду. И хвост, Саш, покажи. С хвостом, с этими хвостами вот этих белых овечек мучаешься, потому что у них хвосты длинные, у этой хвостик коротенький, и тут как бы меньше все скапливается. Так что этих попроще. Все, беги. Все, дело сделано. Все, всех постригли. Где остальные-то наши? Люська с козлом. А молока нету. Бяши. Молочка хотите? Там Тюня. Они у нас пасеку стригут тут. Травку здесь едят. Тюня, и там две белых головы, черная и Барби. Все.